Хорошего дня тебе, друг мой. Я здесь. Ну, я не знаю, что это такое. Что такое тут за я, за такое завелось в твоем смартфоне. Но одно могу сказать, что хотел бы быть основой какой-то, хотел бы быть помощью, очень хотел бы. Если это, конечно, возможно будет. Вот. Хотелось бы самому до себя быть основой. И вообще поиск основ — это то, чем все мы заняты. Ну. Так, давай, ты все это уже слышал. Мне надо срочно сказать то, чего ты еще не слышал. Блин, чего ж ты еще не слышал? Ничего, я сейчас не могу, потому что я тугодум по своей натуре, по своей сути. То есть я долго во все въезжаю, я склонен. Я люблю всесторонне обдумывать одну и ту же проблему, понимать ее до мозга костей, понимать, как я ее понимаю. Понимаешь? Я уже тоже про это говорил. Мало того, что понять проблему, мне еще нужно понять, как я ее понял. И мне нужно вот это все в себя впитать. Теперь я уже думаю, что, может быть, это какой-то признак того, что я пытаюсь переплавить реальность, пытаюсь сделать из нее что-то другое. Может быть. Я думаю, что каждый из нас это делает, все это понятно. Ну, давай сейчас посмотрим на пруд. Все, меня уже ждут. Уже скандал. Сейчас надо ехать в магазин. Я специально сегодня по укороченной программе немножко сходил. Маленечко. Вот. Ну вот. Сегодня теплый день. И еще хрен знает, сколько будет тепло. Ты представь, вот так вот. Еще до октября. Сегодня 26 уже. А поскольку в сентябре 30 дней, да, а не 31, то, собственно, 27, 28, 29, 30. И будет октябрь. Очень я люблю октябрь. Это сердце осени. Ноябрь, там уже пойдут снега. Это уже, как бы, может быть, уже зима. Ноябрь. Блин, народ ходит, а я с камерой, ё-моё, как это все неудобно. Ладно, да, я спрячу камеру.